Всем привет, ребята, с вами, как обычно, я Паша, и вы находитесь на моем канале. И сегодня мы продолжаем прохождение такой веселой и замечательной игры, как Human Fall Flat. В прошлой серии мы с вами прошли... Какой уровень? Начальные уровни, по-моему, вот поезд, вот это и гору, вот. Не помню, какими уровнями там проходили. Ну, вот, не суть. Короче, я тут посмотрел, и оказывается, некоторые уровни все-таки, чтобы пройти, нужно два человека. Ну, как вы понимаете, если нужно два человека, то я это один не пройду. Но, смотрите, есть еще у нас экстра уровни. Вот, только недавно нашел их, и вот они прикольненькие, мне кажется. И вот это вот два новых уровня, которые вышли. Сегодня я предлагаю пройти карту под названием Red Rock. Переводится как каньон, по-моему. Что-то такое. Ну, я думаю, это экстра сон, поэтому он будет длинный. Поэтому это, наверное, будет две серии по этой части. А может и одна, я не знаю. Ого, большая карта. Чё мы здесь видим? Трубу прорвало. Ну как прорвало, её там нет. Опа, вижу кран. Вижу цель, не вижу препятствий. А вот и труба. Ну, короче, смотрите, все у нас пока складывается отлично. Ну, я так понимаю, нужно управлять краном. Вот так вот. Странно как-то я им управляю. Давайте сразу включим магнит. Это же включает магнит кнопка. Ну, наверное, я его включил. Чтобы когда мы двигали его вперед... Он подцепил сразу же трубу. Нет, видимо, мы его отрубили. Притягивай трубу, давай. Не хочет притягивать, что делать? Может, мы как-то слишком... О! Причапили. Ой. Ой-ой-ой. А, меня сейчас задавит. Ну вот ладно, тут управление стрелой. Но он же на гусеницах, этот кран. А где, ну, органы управления движением крана? А, разработчики? Я бы, может, хотел на нем погонять. Так, блин, я совсем забыл. Нам же нужно еще магнит отрубить. Ну это мы сейчас с вами сделаем, да? Я ненавижу эти скользкие руки, которые скользят. Отлично, трубу мы с вами получили. Фух, долго думал я. И все-таки понял, как же нам эту трубу дотащить до туда. Короче, мы ее берем, вот так несем, как Марио. Просто трубочист. Марио трубу не носил, но ладно. Какая она красивая, прям не запыленная. Оу, щит. Короче, смотрите, мы перепрыгиваем сейчас этот забор. Ну, я же все правильно делаю. Тут под лестницей я поднимаюсь. Тут, кстати, можно двигать, наверное, эти штуки. Вкусный гамбургер. Фига себе большой. Я бы такой съел. Ладно, ладно. И сейчас быстренько перепрыгиваем. Ну, как быстренько? Просто перепрыгиваем. И впихиваем эту трубу сюда. Да, я гений. И врубаем электричество или что это. Ну, короче, какой-то кран. Краник. Мы наполнили воду. А, ну нам нужно перебраться туда. Я вообще даже сначала не понял, что нам нужно перебраться туда. Но оказывается, трубу мы тащили ради того, чтобы перебраться на ту сторону. Давай, давай, челик. Хорош. Отлично. Мой крутой пацанчик-скейтер. Ну, это же скейтер, типа, ну, кипарик. Кипарик, наушнички, крутой прикид. На скейтера похож. Так, вижу ворота. Мои чувства подсказывают мне, что они не откроются, потому что там нет шестеренки. Ну, это было очевидно. Я сразу же заметил тут проход. Чё, думали разработчики, я не замечу, да? Но я заметил. Мне кажется, та дверь закрыта. Ну, типа, блин, зачем тут тогда такой проход, если та дверь открыта? Ну, конечно, вот она заперта.
Сейчас мы ее откроем по-быстрому. Ничего себе замок, ладно, потом откроем. О, так. Шестеренка на ветке. И какая-то бочка поломанная на этом. На кране висит. Опа, качельки. А, вон, нам нужно туда. По тачке пройти. Оу, щит. Ну-ка, а раскачкой? Я посмотрел, метод называется раскачка, но только я не умею это делать. А, моя голова доперла, что тут надо делать. Короче, ребят, смотрите. Нам нужно скинуть эту бочку с этого крана как-то. Можно им управлять? Можно. Окей, сейчас мы тогда опустим, наверное, да? О, сразу же угадал. Опускать это вперед, странно. Ладно, вот, мы опустили как только можно. Бочка тут сразу же выкатилась. И смотрите, теперь мы берем бочку. Так, ну для начала нужно открыть багажник. Догадались, ребят, что я буду сейчас делать? Если догадались, то пишите об этом в комментарии. Да, ну почти же открыл. Чё ты падаешь-то, а? Да. И как это открыть? Такая музычка расслабляющая вообще. My Little Pony какой-то. Ладно, ставим бочку сюда. Да пофиг как. Вот так. И закрываем багажник. Теперь у нас появился небольшой трамплин, на который мы можем запрыгнуть. Если вы, ребята, догадались еще раньше, чем я, то знаете, вы умнее меня. А, ну и магнит, и шестеренка. Шестеренка из чего? Из железа. Правильно? Правильно. Ну все, крутим тогда. Магнит. Я вообще не знаю, что сейчас произошло, я просто покрутил. Теперь мы можем занести ту шестеренку туда. Зачем тут ворота тогда? Чтобы я быстрее это сделал, я лучше через подземный вход пройду. Я еще открывать это буду. Ага, сейчас. О, нет. А, нормально, я уже думал, мы не вылезем. Так, меня эта музычка раздражает. А то еще, блин, какие-то там авторские права сейчас вырубят мне, и все. Капец. Так, ок. Ну, шестеренка, не балуйся. Молодец. А, отлично. Открыли. Вижу какой-то лифт. Это не лифт. Это какой-то проход куда-то. Что я здесь вижу? Ограждение. И там какой-то тупик. Понятно, это какая-то зона, в которой ничего нету. Ладненько, пошлите дальше. О, ну это типичный Human Fall Flat. Вначале так, значит, ну все, ну, становится посложнее, ну, с легкого посложнее. И вот, началось что-то очень-очень сложное, видимо. Вижу щиток, у которого нужны провода. Красный и синий. Короче, сколько ж я здесь возился. На крыше есть дырка. Не, ну это прям уже супер, конечно. О, тут и провода, кстати, даже. Что за поезд? Ну, я думаю, он дверь не снесет. Давайте откроем. Ничего себе. То есть я подтягиваюсь на какие-то, блин, горы. Прыгаю, подтягиваюсь на них, но я не могу достать дощечку, да? Да. Хорошо, давай, я за рулем этого поезда. Погнали. Ну так-то он двери точно же откроет, правильно? Открыл. Красавчик. Нужно разбить стекло по-любому. Потому что я пробовал за кадром там еще как-то это. Пробовал туда пройти. Там ничего нет. Вентиляция не открывается. Так, ну что, у нас есть провода, да?
И эти провода мы подсоединяем там. Блин, а к чему их подсоединять? Нету больше ничего. А, во! Вот к чему подсоединять, к вагонетке. И красненький тоже сейчас быстренько подсоединим. Вы просто, ребята, не представляете. Я уже полез даже в Google смотреть, как пройти этот уровень. Я, конечно, в шоке был. Короче, смотрите, мы сейчас эту пушку наводим на стекло. Да? Да, наводим ее на стекло. Вот так вот наводим повыше, чтобы точно долетел ящик. Ящик, да, чтобы долетел до туда ящик. Ну ладно, до этого, может, я бы додумался, спустя 5 лет. Может, я до этого додумался. Но он же примагничивается к этой пушке. А знаете, что нужно сделать, чтобы он улетел? Поменять красный с синий провода местами. Это просто капец. Я бы до этого не додумался никогда. Вот ты сейчас еще выпендриваешься, да? Да все, все, уходи из своего дома. Ты пойдешь в красный дом. А ты пойдешь в синий. И ящик улетает в стекло. Я бы до этого не додумался никогда, еще раз говорю. Если среди вас, ребята, которые смотрят мои видео, есть такие, кто до этого додумались, ну только вот честно, чтобы вы не подглядывали, напишите об этом в комментариях. Ну, это я уже за кадром пробовал тут ходить, я уже знаю все. Так, что мы видим здесь? Куда я сразу же упал? Вижу какую-то платформу. Сейчас мне нужно понять, обработать информацию. Обработка информации прошла успешно. Короче, ребят, смотрите, я увидел там наверху, как бы вам показать, вон, видите, там магнит. До меня дошло. Короче, я сейчас беру эту штуку, тащу сюда и цепляю вот эти колечки за вот эти вот, что это, крючки. Да? Да. Там управление магнитом. Как вы видите, мне нужно попасть вот туда, на ту половину. И дальше вот пройти вон туда. И для этого я этим магнитом примагничиваю эту штуковину, она будет закреплена, то есть она не улетит. И я по этой штуке пробегу вот до туда. Звучит вроде, ну, все понятно, но на самом деле это будет сделать, наверное, очень даже сложно. Так, ну, как бы, а, да, то есть железную плиту я тащу просто на изи, доску я не могу достать из замка. Так, ну тут как бы она не пролезет. Знаете, как в мультиках, вот если у него не пролезает вот так, как у меня сейчас, он просто какой-то персонаж из мультика пробуривает стену, чтобы пролезла. Жалко, у меня молотка нет, так бы, может, тоже пробурил. Ладно, ну, очевидно, что ее нужно поставить не вот так, как я сейчас тащу, то есть вот так вот. Ну, я наверное, мог бы допрыгнуть, но я не хочу рисковать. Я хочу гарантированно пройти, поэтому я ставлю ее горизонтально. Хотя тут тоже было бы горизонтально. Ну, а как я цепляю, это уже, ну, это, наверное, будет долго. Пш-пш. Первый есть. Второй залетает. Третий готов. И финальный четвертый, вот, четвертый на месте. Ну что, теперь погнали магнитить эту всю историю. Можно открыть дверь, но это нам не надо. Но на всякий случай давайте откроем. Не знаю для чего. Может, сейчас сюда какой-то монстр зайдет. Ладно, ладно. Так, о, шляпка. Шляпка мне надо. А, фигня, это какая-то слишком старая и неудобная. У меня круче. Теперь управляем магнитом. Нужно как-то подвесить эту штуку. Ну, я думаю, с этим проблем не будет, потому что, ну... А, тут остается, то есть нужно тут вовремя еще его обратно. Ну, вроде по центру. Так, и теперь... Блин, не видно еще нифига. Так, надо посмотреть. А то как-то на авось я не хочу. О, ну прям идеально. Ничего себе, вот это прыжок был. Так, окей.
магнетить. О, работает! То есть я все правильно сделал. И пока оно не оторвало мои эти, я лучше быстренько пройду. Фух, да, получилось. А, ну тут, кстати, дверь тоже заперта была. Не открывается. Ну и ладно. Ну что, на этом, ребят, я предлагаю заканчивать сегодняшнюю серию по прохождению такой прекрасной игры, как Human Fall Flat. Сегодня мы с вами прошли половину карты. Я не буду делать слишком долгий ролик, потому что, ну, 15 минут достаточно, в принципе. Я попрошу вас поставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ну и написать какой-нибудь позитивный, креативный комментарий. И отправить это видео своим друзьям. Я думаю, у вас их много. А я пожелаю вам удачи, ребят. И всем пока-пока.